Чем же сегодня удивит Джамшид Баходиров? Я не хочу сойти с дистанции. Скажу почему. Потому что я не хочу расставаться с этими уже моими новыми друзьями, талантами из разных стран, из наших соседских братских стран. Эта песня еще больше раскроет мои вокальные возможности. Но больше того, эта песня, она очень душевная, она очень специфическая. Не зря эта песня хитанула в свои годы, и не зря его помнят до сих пор. Профессионально заниматься – это одно, но еще и преподнести, чему ты научился – это другое. Поэтому будем надеяться, что он сможет сегодня преподнести себя правильно. Я музыкант, мое дело – донести свою музыку до слушателя. Хоть одного. Бегать за этим, за известностью, это не мое. Встречаем Джамшид Баходиров, Узбекистан. Джамшид Баходиров, Узбекистан. Джамшид, у меня нет слуха, но мне очень понравилось твое выступление. Давай узнаем. Так. Здравствуй, Джамшид. Ты молодец, ты в прошлый раз тоже нас так удивил. У тебя очень приятный тембр. И ты как бы по-своему импровизировал эту песню и донес, я думаю, до нас, до зрителей. Молодец. Спасибо. Спасибо тебе большое. Удачи. Далеко не уезжай. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки. Конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.